Украинские школьники стали победителями на Всемирной олимпиаде роботов в Канаде. В ней участвовали около 1000 наших юных конструкторов. Нашим разработчикам удалось создать лучшие механизмы, которые быстрее других справились с поставленными задачами. And finally, the winner of the windstorm. И победитель в основной категории с творческим заданием «Буря» — команда разработчиков из Украины. Ураган пронесся по деревне. Робот убирает сломанные деревья, подключает электричество, подвозит к школе контейнеры с водой. Украинская команда справилась с заданием за 34 секунды и стала первой среди нескольких сотен других участников на Всемирной олимпиаде роботов в Канаде. У нас на олимпиаде лучшее время вышло с сюрприз-рулом за 34 секунды. Максимум предел 2 минуты. Мы в этом году прогрессировали, потому что в предыдущем году я с моей командой 20 место заняли, а в этом году первое. Мы просто очень хорошо подготовились, и у нас робот был очень быстрый, и мы выиграли. Тема Всемирной олимпиады робототехники 2020 – климатический отряд. Украинская команда школьников выиграла в одной из самых сложных категорий – основной. Нужно научить детей тому, чтобы они сконструировали, запрограммировали и настроили робота, чтобы он за 2 минуты успел сделать какие-то манипуляции с объектами. И поверьте, это очень сложно сделать не просто, да, допустим, роботу, да, но это ж надо еще и научить ребенка этому. Ребята шли к победе 4 года. В роботе есть есть основные части, такие как моторы с колесами. Он может ехать вперед-назад, поворачивать. Есть манипулятор, он может вращаться на 360 градусов и захватывать объекты. Манипулятор – очень важная часть робота, как сказать, его половина в нашем случае. Надо его так настроить, чтобы вот этот, как сказать, люфт мотора, шестеренок всяких, был идеально по центру. Занятия по робототехнике учат логическому мышлению, говорят родители юных конструкторов. Программирование, точные науки его как бы дисциплинируют очень сильно. Он хорошо развивает логику, может логически в любой области какие-то логические действия произвести и, соответственно, привести к хорошему результату. Из-за пандемии коронавируса в этом году Всемирная олимпиада роботов проходила онлайн. В следующем году соревнования проведут в немецком Дортмунде. Тема – энергосберегающие технологии. Светлана Сыч, Максим Градобик, Киев, Твой дом.